Ребята, девчата, люди, человеки, это просто секс. Святые подоконники, матушка роща, картошечка, морковочка с томатиком, моевочки жареной. Ай-яй-яй, поехали типа точим. Здорово, народ. Не знаю, у меня нет слов. Это что это такое? Это моевочка жареная. Люксовый люкс. Просто, блин, сейчас будет продовольственный оргазм. Всем приятного аппетита. Для тех, кто любит картошечку в мундирах. Солюшки забыл. Ой, блядь, твою мать. Как же ж без солюшки-то. Чтоб вот так вот сделать. О. Что горяченькая. Так, мне кажется, можно ее есть и с башкой. Не помню, чистить надо ее, нет? Нифига не надо. Лучок с уксусом. Морковочка. Посвящается всем тем, у кого нет аппетита. Ребята, я за вас вот точу. А если появится аппетит, давайте со мной. Чтобы было здоровье. Томат ее так. Она вообще как будто без костей. У меня сейчас слезы счастья пойдут, потому что лук ядреный. Офигеть. Молодой картофель. Ой, лучок какой ядрёный. Вы не ожидали, да? Будет какой-нибудь там простой бич-пакет. Нифига. Моевочка. Жареная. С картошечкой. Рассыпчатый. Морковочка по-корейски. Я считаю, это преступление, когда человек обедает, они его отвлекают, всякие там названивают, блин. Прикроешь дверь, ты не уходишь? Спасибо. Рыбу жарил, съемку что ли? Моева. Съемку. Моевочка жареная. Минералочкой. Опа, стоямба. Взлетитская богомыш. Решила убежать. Но мы не дадим. Ваше здоровье. Мы продолжим. Что человеку нужно для счастья? Хороший аппетит. Хорошая вкусная еда.
Жареная мойва, блин. Мне интересно, такое в ресторанах подают, нет? Где-то, может быть, в суперэлитных. А в моем ресторане под названием Матушка Роща подают. Картошечка сахарная. Люксовая. Просто бомбезная. Блин. Еще и с икрой. Икра. Да мне видно, правда. Косточки настолько мелкие, что они мягкие. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, не переживайте вы ни за чё. Сейчас поточим. И все будет хорошо. Вообще ни за чё не переживать не надо. Да. Что нам оно это? Фигня. Вот считай, со мной покушали. Вкусно, с аппетитом. Считай, что день прожит не зря. А в особенности, хотя бы вот для меня. Для меня это очень важно. Очень приятно, что мои мукбанги помогают хоть чем-то людям. Особенно с тем, кто сейчас лежит в больнице. Либо просто болеет. Нету ни аппетита, ни фига. А я тут со своими ништяками. Хупа, и аппетит разыгрался. Все время мне приятно. Все время об этом буду говорить. Это, вот знаете, на душе прям тепло становится, отвечаю. Честное слово. Когда я понимаю то, что, блин, не просто так все. Так что пишите, не стесняйтесь, ваши какие-то мысли, что вы думаете по этому поводу. А я похаваю и выпью за ваше здоровье. Бомбически.
Я ее настолько редко ем, что я забыл, как ее есть. Она настолько шикарная, что я ее пофигу. Здесь было 300 грамм. Уже жареный. А теперь секрет. Жарил я ее не сам. Не сам я ее жарил. Естественно, купил в магазине. Магаз называется. Давайте станем друзьями. В городе Москве находится. Там домашняя кухня. Люксовая просто вообще. Картошечка. Я обожаю есть вкусную еду. И вам того желаю. От души, от всего сердца. Ну, конечно же, все должно быть в меру и так далее. Но хотя бы раз в неделю можно устроить себе праздник. Я не про себя говорю. Я про тех, кто на диете. Взять вот так вот моевочки жареные с картошечкой. С лучком да с морковочкой. Ой. В общем и целом. Ой, ой, видите, все, я счастлив. У меня прям искорки летят. Посылаю вам хорошее настроение, хороший аппетит, здоровья крепкого, такого медвежьего прям, чтобы все было хорошо. И чтобы вы ни за что не переживали. О! Всех обнял. До новых встреч.